принимать заявки от жителей нашего города до 1 сентября этого года. К каждой заявке есть определенные требования. Один автор, то есть одно физическое лицо, может подать одну заявку на один объект. Это должен быть объект общего пользования. Он должен располагаться на земельном участке общего пользования и расположен быть на территории района реализации, ну, то есть в определенном районе города Алматы. И реализация этого проекта должна быть отнесена к компетенции акимата города Алматы. То есть это не может быть проект, например, какого-то частного коммерческого характера. Не принимаются к рассмотрению проекты, которые рассчитаны только на разработку ПСД, проектно-сметной документации, без проведения строительства. Фрагментарные проекты – это проекты, которые потребуют в будущем реализации дополнительных элементов, и проекты коммерческого характера.